Энни, кто бы мне тогда чинил байк? Тупой ты урод. Нет, нет, пошел ты! Ты шестерка Копленда! Сучонок, вот ты кто! Сучонок! Коуп, все готово. Он у меня. Отметь координаты и высылай людей. Он жив? Да, жив. Но на будущее гарантировать на этот счет ничего не могу. Отбой. Передай ему, знаешь, что... Ну, давай посмотрим. Сент-Джон, это Копленд. Что-то давно Бухаря не видно. Просто он ходил для меня на вылазки. Вы же с ним друзья? Я пытался с ним связаться, но не вышло. Если увидишь его, скажи, Коуп просил заглянуть. Буду очень благодарен. Конец связи. Это радио «Свободный Орегон». Правда освобождает. В небе стали появляться черные вертолеты. Возможно, вы их видели или слышали и подумали, что сходите с ума. Не сходите. Они существуют. И это подтверждает мою правоту. Мы думали, что Неро вымерли вместе со всеми, пав жертвами собственной глупости. Но нет. Как я и говорил... Они затаились, чтобы потом вернуться и восстановить власть над миром. Но пока я жив, этого не случится. Не бросайтесь им навстречу. Они не спасать вас. Открывайте, ну. Это намат. Пустите. Бухарь, ты на связи? Я просто хочу узнать, как ты там? Да, Дик, я здесь. Держись, братан. Как только твою руку подлатают, мы поедем на север. Как ты и хотел. Надеюсь. Эх, плохо мне без дороги. Ты, главное, поправляйся. Надо еще доделать байк, а потом запастись снаряжением. Как оклемаешься? Сразу поедем. Конец связи. Отлично. Что-то еще? Потом еще будет чей-нибудь. Пока. Не думал, что ты так зачастишь сюда. Просто смотрю. Ну и что теперь? Как я должен починить... Это тебе точно нужно. Что тебе нужно? Че, проблемы? Ладно. Пока.
здорово. Господи, ты слышал, что творится? Черные вертолеты. Федералы до сих пор летают. Нет, ты представляешь? Чего? Ты о чем это? Коуп теперь не затыкается. Говорит, вот и доказательство, что он был прав, что это федералы виноваты во всем, что... Ну ладно, бывай. Бывай. Это все. Привет, как поживаешь? Ну, как жизнь в лагере? Я могу помочь? Неплохо. Больше ничего? Ладно. Будет что-то нужно, я здесь. Просто Дейкон, как поживаешь? Не-а. Выглядишь ты не очень. Минутку, я открою. Мясо.
Это радио «Свободный Орегон». Правда освобождает. Еще во времена войны за независимость, сражаясь за свободу, мы обрели законное право носить оружие. Право, которое позволяло нам защищать себя, своих близких и свою собственность. И так было, пока федеральное правительство не испугалось людей, которых клялось защищать. И вот, прикрываясь несколькими случаями массовых убийств, граждан Америки понемногу лишили богом данного им права на защиту. Сперва приняли закон о контроле над огнестрелом, а потом, дамы и господа, мы распрощались со второй поправкой. А теперь вопрос. Если бы, когда начался конец света, все американцы были вооружены, оказались бы мы в такой жопе? Конечно, нет. Но так решили федералы. Разоружение народа стало первым шагом к его уничтожению. Кого защищали эти законы? Уж точно не нас, американских граждан. Если мы когда-нибудь вылезем из этого дерьма, я бы хотел провести опрос. Спорим, выжили те, у кого было оружие? С вами Марк Копланд. Это радио «Свободный Орегон». Не верьте лжи. Ладно, Коуп, ты меня раскусил. Оружие мне нужно позарез. И я никому не позволю его у меня отобрать. Помогите мне! Тихо. Все хорошо. Ты хочешь тут сдохнуть? Слушай, рядом есть лагерь. Лагерь? Где? Где? Покажи мне. Покажи, я пойду, да. Peaceful Lake. Марк Коупленд. Там безопасно. Я думал, мне конец. Охренеть. Спасибо. Спасибо тебе огромное. Да, скажи, это был Deacon St. John. Они меня знают. Ладно, беги, только аккуратно. Вроде порядок.
здесь. Ну куда? Я на верном пути. Убийцы и воры, все до одного. Сколько вы за сегодня уже прикончили? Кто это был? Там кто-то был. Назад! Сейчас рванет! Оно того стоит? Ублюдок! Лучше, чем ничего.
Двигатель накрылся. Это тот намаз. Открываем. Как дела, Дим? Ага, минутку. Я могу помочь? Не-а. Твой байк можно прокачать. Водище всегда нужно топливо. Жизнь намада. Бывай, Мэнни. Как дела? Как жизнь? О, привет. Как дела? О, неплохо. Пока что все. Еще увидимся. Дейкон, как поживаешь? Прям сюда зачастил. Что тебе нужно? Я думал, что ты так зачастишь. Я работал в начальной школе. Ты что-то ищешь? Представляю, да. Ну, то есть я учу алфавит из взрывоклашек и... Как дела? Погоди. Thank you.
как тебе? Деган. Привет. Еще что-то конкретное? Стоящая вещь. Больше ничего? Хорошо. То есть, пока. Не толп и не бунт. Но я так и не знал. Женой с тех пор. Пока все.